Армия Израиля сообщила, что ликвидировала командира противотанкового ракетного комплекса «Хамас», а также представителя ВМС террористической группировки. Сахал уничтожил двух террористов «Хамас» – Мухаммада Авдалу, командира противотанкового ракетного комплекса «Бригада Город Газа» террористической организации «Хамас», а также Акрама Хиджази, террориста из военно-морских сил «Хамас», указывает армия обороны Израиля. Кроме того, в Цахал сообщили о ликвидации ответственного за руководство террористическими атаками на Израиль из сектора газа торговца оружием. Армия обороны Израиля добавила, что нанесла удары по оперативным командным центрам, плацдармам, противотанковым ракетным установкам и военной инфраструктуре движения.